Выпуск продолжат новости спорта, их представит наш спортивный обозреватель Вячеслав Горецкий. Здравствуй, Слава. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, телезрители. В начале о хоккее. В эти выходные после двух крупных побед в рамках чемпионата края Кунгурскому прогрессу пришлось уступить игру. Со счетом 4-5 наша команда проиграла хоккеистам из Александровска. Еще одна кунгурская команда, сборная Зари и Уральцы, во второй группе также уступила соперникам из Верещагина со счетом 2-4. Обе наши команды в турнирной таблице в тройке лидеров. Уже в эти выходные 23 января прогресс сразится с пермяками на льду стадиона Труд. Началом в 14 часов. А Ермак уедет на игру в Губаху. О том, как пройдут игры, расскажем в следующем выпуске рубрики «На старт».